родившийся в этот день в 1890 году в селе Починок в Смоленской губернии, принадлежит истории мирового дизайна. В 1921 году он был командирован в Берлин с целью установления контактов с деятелями культуры европейских стран. Предъявив Европе две новаторские книги – «Супрематический сказ про два квадрата» и книгу «Для голоса» Маяковского, Лисицкий был сразу воспринят как лидер европейского авангарда. Автограф «Эль» появляется на обложках журналов и книг в Берлине, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Вене. В течение многих десятилетий европейский дизайн развивался именно по тому пути, по которому Лисицкий прошел одним из первых. «Бросьте декларировать и опровергать. Делайте». Это девиз Лисицкого.